Салют, друзья! Вот и новая серия на YouTube-канале «Дальнобой 2001». Приветствую вас! Приятного просмотра хочу пожелать. Ну и как вам? Обзорчик прошлый на Mercedes. Зашел, не зашел? Мне кажется, вообще бомба получился. В общем, машину уже обслужили, загонял я ее на базу. На пару деньков вставил на обслуживание. Пока там дома свои дела сделал. Батя в гости приезжал. Как видите, нам заменили нижнюю часть. Все исправили, под крылок закрепили. Все, теперь у нас вид бомба. Все аккуратненько. Ну и пользуюсь случаем. Как видите, работаю я сегодня по городу. А тут рядом вот такая вот техника, вот такой вот орел. Будет работать с нами. Те же рейсы выполнять. Ну, я имею в виду про машину. Потому что видите, какой орел у нас тут на капоте. И хочу вам заснять обзор, так как сам еще толком эту машину не изучил, не видел. Своими первыми взглядами поделиться. Да и вам показать. Потому что эта техника, я так предполагаю, наше будущее в плане. Китай сейчас заполнил рынок. Все равно когда-то будет обновляться автопарк. И в виде этого Мерседеса надо будет получать Китая. Не знаю, на данный момент я бы, наверное, несмотря эту машину, сказал бы так, на первый взгляд, я бы, наверное, не пересел, если бы мне уже сказали, давай, оставляй Мерса, садись на вот такого вот китайца. Поэтому давайте-ка взглянем. Так, друзья, вот мы уже с вами в салоне этого прекрасного чуда автомобиля. Просто зацените взгляд. Новой машины пахнет классно. Нет такого откровенного запаха Китая, как в Фотоне. Возможно, тут это уже пахучки на это повлияли, но в целом неплохо. Давайте-ка со спальника сядем. Эстетику салона. Просто посмотрите, что вам напоминает. Мне чем-то, наверное, Ford Max, наверное. Я не знаю. Ford Max, скорее всего, что-то такое напоминает. Другими у меня машинами пока не ассоциируется. Так, коробка передач у нас, как видите, здесь такого плана. Ничто здесь не мешает перелазить, залазить за сиденье водительское. Обратим внимание на сиденье, уже в каком исполнении найдет. Считаю, уже не нужен на него чехол. Все и так прекрасно. С вентиляцией сиденье у нас не хухры-мухры. Гремер, подогревы, вентиляция. Все как положено. Так, дополнительно, если я так понял, это на рацию установили. Чтобы было слышимость. Такую рацию поставили у нас в фирме. Тахограф. Правда, без холодильника, видите, комплектейшн, что-то у нас тут промах. Ну, говорят, вроде закажут оригинальные. Сюда холодильники. Спальник. Зацените, это огромный спальник. Просто на нем можно втроем спать. Огромный нижний спальник. Не то, что да, у меня там на Мерсе. Скудно на первом этаже, на втором более-менее. Вот такой у меня на втором этаже, как на Мерсе. Ё-моё, кабина, конечно, велика. Так. Сейчас двумя руками защелкну, чтобы он тут не упал на ходу. Имеется у нас тут окошечко. Все как положено. На китайце. Если нету окошечка, значит, это не китайцы. Тут у нас все. Отсеки огромные. Бомболюки. Почему их бомболюки называют? Не пойму. Где-то слышал я у кого-то. Здесь также у нас есть ниши. Шторочки. Шторочки на лобовом. Оп. Друзья, вот если бы мне сейчас сказали, бери, ставь Mercedes в ряд, садись на новый FAV, вы бы как поступили? Пересели бы? Не знаю, вот немножечко что-то посидел, посмотрел, пощупал. Хочу вам сказать, блин, поприкольнее, Фотон отдыхает. Здесь посолидней. И кабина как будто побольше. И по удобствам давайте-ка включим бортовой компьютер, посмотрим, как нас приветствует. На правом экране у нас что тут будет? Иероглифы китайские. Оп. Смотрите, как тут машина нам изображение показывает. Классно. Качество неплохое планшетов. Здесь нас что встречает? Оп, как все солидно. Спидометр, да, чем-то на мерсовский напоминает.
Ну, короче, Китай не перестает удивлять. Подогрев топлива. Электрический подъем кабины. Но сейчас пока что обкатка. Ребята жалуются, масло жрет. Ну, прям в книжке так написано, что жор масла на 1000 километров. Вроде как литр масла. Но это ненадолго, я так понял. Скоро это закончится, жор. Цените подножку. Просто углубление. Обувь любая, под любой размер. Сюда может стать. Ну, элементарно. Прекрасный автомобиль. В целом. Даже такая лилипуточка по сравнению с этим. Ох, не знаю мы. Ну, попробовать в рейс поехать. Я поехал. Смотрите, какой бомболюк большой. Также пассажирская у нас, конечно, без воздушной. Просто классический. Так, как тут открыть? Бомболюк, смотрите, как у нас тут шикарно работает. И места полно. Широкий. Бак мочевины. Не в пластиковом исполнении. Обтекатели. Не, хорошая машинка. На китайской резине идет с завода. Ну что ты, Марсик, загрустил? Не брошу я тебя. Как тетя Маня, дядя Леша. Нам Китай. Пока. Воздержимся, не будем, да? Покайфуем на немецком старом качестве татарской сборки. Пока что так. Ну, блин, заманчиво, заманчиво. Если после КамАЗа Нео, я бы, конечно, ноль раздумьев сел бы и кайфовал бы. Классная тачка. У нас руль. Посмотрите, в положении вверх-вниз. Еще вытянуть можно. А уже воздух же ушел. Оп. По вылету. Все как положено. Сигнал. У нас двух видов. Погромче, потише. Смотрите, ключ какой у нас тут. От транспорта. Интересный. Как на Мерсе, помните, раз нажал. Проверка. Фар, где у нас что не горит. Открыть, закрыть уже ключа. Не надо пихать. Так, люк. Давайте открою. Одним нажатием. Раз. Оп. Все как положено. С сеточкой тоже. Ну, для удобств водителю, я считаю, огонь аппарат. Кабина большая, просторная. Вот я спокойно в полный рост стою. Вот еще вам расстояние. Ну, как тебе, Александр, самому нравится? Огонь. Ты как, после КамАЗа, да? Ну, кайф, говорит человек. А что масло, говоришь, на 1000 километров 1 литр? Просто так жует? Повышенный расход масла в режиме обкатки двигателя. Угу. Короче, пока что кушать. А этими всякими вспомогательными функциями, там, датчик полосы? Ну, датчик полосы отключаю сразу. Отключаешь, да? Ну, конечно, он потом начинает мозги так канифольтить. Надо глушить магнитолу, включает все. Угу. А датчик дистанции впереди оставляешь. Датчик дистанции оставляешь, да, если что, оно, короче. Да, ну, вон она, вверху кнопки отключаю. Тормозишь. Все, понял. Не, огонь. Места вообще тьма. Много. А этот как столик тут, да? Да, ты раскладывал его? Нет, как он? Вверх поднимай, вверх. Прям через силу? Да, ага. Вверх, все. Вот теперь это еще раз раскладывай. И еще раз. О, столик обеденный. Покушал, сложил и дальше поехал. Кнопку СОС не могли спрятать, да? Прям сюда надо ему пихнуть было. Не. Неплохо. Тут у нас шкафчики выезжают. Верхний, нижний. В общем, кабину можно поднять электрическим способом. Также ручным. Масло, как вы слышали, пока что повышенный расход. А капот как открывается у нас? Морда. Морда, да. В салоне. А, в салоне кнопка. Да, под капот ветровой. Смотри, там маленький рычаг. Ага. Он подстаканник, смотри, как спрятался. Там еще подстаканник на спальнике.
лопаточка. Вот он. Датчик, нажимаешь кнопку на салоне, чтобы откидывать кабину, и погнал катапультироваться. Кабина откидывается. Это у нас омывайка, в принципе. Ну, немножко было бы тут пониже, чтобы заливать. По-любому леечку надо. Масло получается только там залить, да, сможем? Да, да, конечно. Поднимать. Ну, благо электрическое. Масло посмотреть можно так. А, компьютер есть, да? Или... Вот. А, и щуп есть даже, щуп, да? Щуп. Есть, кнопки нажимаешь такие, как без съема. Есть щуп, есть у нас. Другой день. Далеко не следующий. В общем, такой вот телепорт у нас получился. Давайте договорю про прошлые моменты. В общем, посмотрели мы китайцев с вами, поработали по городу. И сейчас мы находимся уже в Подмосковье. Расклад был каков. Поработал я по городу, загрузился на Москву. Рейс по Москве. И вот он, сейчас я его доделываю. Привез такие вот трубы в лобню. Сейчас будем выгружаться. А после нам обещанный дальничок должен быть. Я думаю, сейчас заявку вам скинут, и мы с вами попрем далеко. Далеко для нашей компании. В общем, проветримся с вами немножечко. А тут что-то Москва, Питер, тудым-сюдым. Наконец-таки будет у нас пробег и интересная дорожка. Сейчас встаем под кран. Крановщик мне, в принципе, объяснил, как надо расположить машину, чтобы было ему удобно выгружать. Сейчас будем располагать. Вот так вот, раз. Все, пойдем отмашку посмотрим. Так, указатель поворота у нас перегорел. Кстати, по машине это что? Все окей. Машину сделали мне. Как я говорил вам в начале ролика. Так, еще у меня тут новиночки. Это новые рожки. Я не знаю, как они, польские, не польские называются. Ну, короче, светит вообще бомба Лейла. Мне понравились. Ну и там по мелочи. Так, крановщик уполз. Я думаю, нормально. А фура тут не пройдет. Ладно, вскрываемся. Сейчас, чтобы время не тратить. Сейчас вскрою все, подготовлю и вам засниму. Буквально 5 минуток, и у нас все уже готово к выгрузке. Смотрите на наш груз. Опа, трубы. 6 пачек по 12 метров. Закрепили мы все это 5 ремнями. Получается, у нас было 2 ремня между собой и 3 ремня к полу. По итогу все доехало чики-пики. И специально чуть правее поставили, чтобы был тут доступ работать с трещотками. Вот таким краном он будет выгружать. Ждем стропольщиков, и все будет тип-топ. Что у нас по планам с вами? Сейчас пока что приберусь в машине, потому что пыли налетело. Стоял тут с открытыми окнами со вчерашнего дня. Надо выметать. И так-то все. Эти снова поменял лампочки. А, по машине что нам? Покрасили, сделали уголок. Как видите, в принципе, перепад цвета глаза сильно не бьет. Типа, это я знаю, что она перекрашена, поэтому так это выделяется. Вам вот не скажи, вы не заметите. Зря я вам сказал, да? Дальше. Кончик, интересно, нам сделали, не? Так. Опа. Новый кончик на трос пломбировочный. Рожки, как я вам сказал. Его провели нам полное. Ящик только не установили, не знаю почему. Я как раз забирал машину, еще никого не было на базе спросить. Должны были нам еще один ящик поставить побольше, чтобы там ремни хранить, чтобы что-то еще то с ящика бомболюков переложить, чтобы не мешало. Но вот что-то не поставили. Так, строполя пришли. Сейчас процесс будет начат. Так, в принципе, вот закрепали крылышко. Там клепка отлетела. Это тоже сделали.
Вот, вроде все все, что написал, сделано. Только вот ящик не поставили. Но я предполагаю то, что крепление просто еще не подобрали, не нашли. На это склоняюсь, а там не знаю. Полчаса мне надо провести на этой лавочке. Все подошли, говорят, нет, друг, так дело не пойдет. Иди на лавочку. В машине находиться нельзя. С другой стороны, правильно. Просто я был на стройке, где вообще стропа рвалась. И вот этот кирпич падал. Также тут любой может стропа подвести, эти трубы как покатится. Ну его нафиг. Кстати, у них правило, почему так стали, не могут через крышу выгружать. Надо выводить через ворота. Ну да ладно, посидим полчаса, поразмышляем над жизнью. Да и это, того самого. Настроимся на дорогу. Я вообще планирую, сейчас посмотрим выгрузку, если в понедельник у нас есть вариант заехать в Орехово, если мы пойдем по семерке, подготовить Запорожец к этому переезду, так как я уже снял паркинг. В общем, сижу на Авито, раз выпадают объявления, паркинг вообще по цене сладкой, прямо около дома, я такой, все, берем. Взял паркинг, забронировал сразу, теперь надо вот скорее перевозить Запорожец. Поэтому вот, надо подготовить и запчасти в него закинуть. Ловить момент, или я сам перевезу, или кто-нибудь закинет из друзей моих, будет ехать там налегке, пустой. Короче, скоро будете в Питере. Я выгрузили, значит, решил я отъехать. И уже тут в стороне спокойно собрать крышу, а ремни скрутить, потому что там машина еще на очереди, чтобы время не тратить ничью. Чем там припаркуемся, соберемся. Тудым-сюдым, все, собрал прицеп, документы идем отмечать, печати ставить. И поехали. Что заявку тянут, не скидывают? Только вдруг что-то переиграется. Ладно, все напишу сам уже. Где мой рейс? Заявка подтвердилась, друзья. Газуем по стандарту, по классике. Сюда на 107-ю в район Истры и грузить опалубку на Омск. Так, смотрите у нас по раскладам, что я взвешиваю, тут взвешиваю. Сегодня у нас четверг, выгрузка в понедельник. Если мы сейчас загрузимся пока туда-сюда, в Орехово мы приедем часов 5-6 вечера. Вот, это надо в 3 утра нам трогаться будет с Орехова. И надо будет нон-стопом газовать, чтобы проскочить Казань, Чебоксары. Как вы знаете, пятницу там можно встрять. Я что-то не хочу вот это вот торопежные дела. Поэтому, я думаю, мы сейчас с вами загрузимся, дадим до Костромы. Перед Костромой встанем, дождемся окна пропуска и помчим на оленях утром ранним. Я думаю, так будет лучше. Зато без пешек, без всего проскочим. Взвесил, думаю, да и приедем уже поздно будет, и запорожцам не позаниматься, не собрать. Поэтому так будем действовать. В крайнем случае, если Запорожец перегоню, потом потихонечку эти недостающие части докину там. Ну как недостающие, просто какие-то ремкомплекты, все вот это вот, суету. Так, заправляться будем с вами под Ярославлем. Поэтому сейчас вот все проскакиваем. Сейчас лишь нам с опалубкой повезло, чтобы не 20 тонн, каких-нибудь тонн 15, а то и того меньше. Выгружаться мы будем не на стройке, я уже позвонил, все разузнал. А выгрузка в выходные не работает, в понедельник 8 утра. И на другой стороне Омска, там Советский район, по-моему. Ну, в общем, как пойдет у нас, так и поедем. Может, пораньше в Омск приедем, в Омск прогуляемся. Все-таки город такой, со своей историей. Кто у меня в подписчиках знает, как расшифровывается название города Омска. В общем, друзья, поезд не помеха. Тут один за одним катается. Попали мы на обед с 12 до часу, поэтому штурмуем салон, убираем. Потихонечку тут все, порядочек наводим. Эх, сейчас лялечку намоем, снутри стекла натрем. И дальняя дорога, музычка, с кайфом поедем. Ладно, приступаем. Только я во вкус вошел. Смотри, так пыль протер. Стекла.
стекла. Хотел уже натирать полиролькой, но все вызвали. Обед закончился. Воздух весь ушел, потому что пистолет он тут орудовал. Так, знаете, что у меня произошло? В своей неуклюжести открывал дверь вот так. Весь вес свой сюда и зацепился за штору. И оторвал, смотрите, три этих пипачки. Надо пришить, поймать момент. Так, что там у нас? Все, воздух появился. Поехали. А у меня потеря, друзья, это кондюшн. У меня фреон закончился после ТО или что, я не знаю. Короче, после ТО у меня перестал работать кондюшн. Еле-еле прохладно дует. Я так думаю, что просто фреон закончился. Надо, короче, заправить будет. Но я что-то в последнее время не наблюдал фреоновых этих автомобилей, которые заправляют. Друзья, в итоге у нас, как выяснилось, загрузка будет не экспресс. Ой, смотрите, кусочек скотча прилип. Поэтому сейчас буду перебирать, собирать, чтобы все поместилось, укладывать. Можно смело убираться в машине. Двух зайцев убивать. Что меня разложило, ребята тут, как говорится, работают на совесть. Ставят груз хорошо. Не так, чтобы поместился. Если видят, что кривой, перекладывают, закладывают, чтобы доехал. Так что ладно, не будем им мешать. Намоем снаружи лабаш. Да и внутри помоем. Как помоем? Все чисто, просто надо натереть полиролькой. Лачуга у нас загружена на передние пачки. Я бросил ремень, но так они железными стяжками стянуты. Еще вот эти вот моменты на два ремня. Вот эти вот тоже тяжелые моменты на два. Вот, друзья, смотрите, какой у нас груз. Закрепили его. Все как можно было. Ну, зато не шибко тяжело. Я думаю, тон 12-13. Не больше 15, короче. Все, доски расставил. Давайте-ка натянем тент аккуратненько. Да и все. Тут все убрали. Сейчас мы тут крутанемся за документами. Один минус, видите, что мы поедем с вами не в прохладе, а в жаре. Ну да ладно. Все намыто, лобовое как новое теперь. Последний рывок. Это наш дорожный душ. Сейчас будем умываться и выдвигаться. Так, мусор надо выкинуть. Этот контейнер я не нашел. А, доки, самое главное, не забыть. А то уедем сейчас. Короче, давайте-ка намыливаемся и помчали. С логистами маршрут согласовали. Я по привычке закрываю окна. Как будто сейчас кондей работать будет. Вот бы нам повезло сегодня встретить этого чудо-дядьку, который будет стоять на дороге с надписью «Заправка автокондиционера». Ну, я надеюсь еще, что это дело в этом. Может быть, тоже, куда он так резко делся. Может быть, его делали, ему трубку задели, и он ушел в фреон. Ладно, будем надеяться на хорошее. Документы на руках. Ну, ладно, сейчас положим нормально. И снова дальняя дорога. Так, а кто у нас тут такой едет? Ничего себе. Родион, привет тебе, пламенный. Так пересеклись на дороге. Продолжаем свое путешествие по 107. Сейчас уже с Дмитровки перепрыгнул на 107 в сторону Ярославки. Следующая у нас, так сказать, преграда. Следующая — это переезд. Но я думаю, Сопринский мы проскочим, потому что сейчас показывают зеленый. Да, это трэш, друзья. Час пик я попал на этот переезд по итогу. Просто одна, две машины проезжает и снова закрывается минут на 10. В общем, уже минут 40 я тут стою. И вот сейчас тоже фура передо мной белорусская проехала. И все, опять встряли. Танцуем до утра, пока не родила. Послезавтра будет лучше, чем вчера. Небо в тучи брызги, малиновый рассвет обойдет мой сон. Лето дарит мысли, я на ветру пропись. Буду ждать вас.
Вот знаете, друзья, некоторые песни зацикливаются в плане воспоминаний в каких-то годах. Вот мне кажется, у каждого такое есть, какая-то песня зацикливается с каким-то годом. Там вот там «Между нами тает лед». Но это более мои ровесники поймут эту фишку. И вот сейчас я наткнулся на эту песню. И такие теплые воспоминания, добрые. А 2016, наверное, 17 год, что мне тогда было, 15-16 лет, как мы играли в мяч на сетке, там, блин, просто ничего нам от этого не надо было, так сказать, получали удовольствие, хотели поскорее вырастить, и вот выросли, обзавелись заботами, и вот теперь трудимся, обратно уже не вернуть, не соскочить. Ладно, немножко уже рассосалось движение, все же поменьше стало после Сергиев Посада, так что я думаю, долетим нормально до Костромы. Так, пояснительная бригада, что здесь такое? Вкусно, привкусно кормят, что ли? Вообще вся обочина фура, кафе «Медведь». Вкусно здесь написано. Ну ладно, прям там на кафешке. Я так понял, буду иметь в виду. Раньше не замечал здесь такого. Походу, время ужинать. Ладно, вам не заснял, но я ехал, тормознулся, там какой-то шаурма, бистро было, кафе «У Лося», что ли, что-то такое. Короче, там, ух ты, еще и тут, смотрите, сколько в грузовых. Не понял я прикола. Может, там впереди пробка какая-нибудь. Надо посмотреть по навигатору. Тут, смотрите, фуры стоят. Прям, ну, тут знак, но ничего. Так-то они не мешают. 35-й, считай, 44-й машины, которые, ну, часто тут есть. А вот здесь тоже кафе Глебова. Походу, какая-то сеть открылась. И тут, видите, фур много, и местные все в основном. Так, кто тут уже трапезничал, напишите, буду знать. Да и другие тоже. А то я выехал, думал, где покушать, что-то увидел бистро, заскочил, перекусил. Да и вроде норм. Друзья, знаете, что заметил? Вот просто с того момента, как мэр стал белый, вот немножко тюнинг туда-сюда. В общем, как навстречу мне проезжает турецкая машина, она обязательно посигналит, поморгает или что. Потому что в Турции такие актрисы и аксоры, вот это все, у них в теме все белые, они также там немножко какие-то приколюхи по красоте. Они меня или за своего берут, или, короче, ну, знаю, не знаю. Вот сейчас проехал три машины, и каждая посигналила, поморгала. Ну, короче, приятно, конечно. У них тоже там есть нормальные такие штукенцы, которые это внимание привлекает. Тоже можно у них что-нибудь там это заказать. Но это со временем, друзья, не знаю. Я думаю, сейчас как есть поработаем зиму. Или вот еще подберем момент дополнительно какие-то фонари у нас установить. Holland Style, как говорится. Дубли поставить, серьги и все. Не знаю, не испортится это, не будет аляписто. Я думаю, нет. Ну, посмотрим, в общем. Надо будет сейчас попахать, поработать, чтобы потом взять выходные и как раз этим заняться. Так, поток вообще плотный в обе стороны, друзья. Я погорячился, сказав, что все рассосалось. Нифига, сзади колонна нескончаемая, спереди. Я переживаю, что на заправке будет коллапс. Ну, надеюсь, немного мы времени потратим, лишь бы вообще топливо там было. Такую вот ситуацию слышу, типа, в всяких пабликах, телеграм, там, да и знакомые есть, говорит, солярки бывает, что, ну, на Роснефти, там, на всяких заправках на юге, ну, нету закрытых заправки, типа, пистолеты. Бывает и 95-й, 92-й, типа, большой поток не успевает, там, что ли, пополнять, и цены там конкретные на топливо. Друзья, вроде не пятница. Какой-то серьезный день. Ну, поток, я в шоке. Вообще вечером, видите, невозможно ехать. Все коварики на липе. Фары прям слепят, да? Ну, ладно, но, блин, я посмотрел после Костромы-то и стоянок, нет до КДИ ехать. Туда нам получается отсюда 250. Ну, показывает 0.19 прибытие. Я думаю, нормально. Тудым-сюдым, а мы уже на заправке. В общем, колеечки есть на большие пистолеты. Но я вот сюда ее загнал, и тут неплохо обстоят дела. Бьется в целом нормально. Уже второй заход с
скоро будем заканчивать. Хорошо, что топливо есть. И все, в принципе. Ай, красавица. Друзья, в общем, всем ярославским пламенный привет. Проехал Ярославль без каких-либо помех. Переезд немножко подлатали, но пробки не было. В принципе, потихонечку проехали. Ту нашу тоже проехали, эту стоянку я имел в виду. Я думаю, сразу проедем сейчас в Кострому и будем... Думаю, где нам ночевать. Взял я кофе на Татнефти. Как вы думаете? Я не знаю, мне в этой машине регулярно везет на кофе. Я постоянно его проливаю. Мне постоянно эта крышка вылетает. Я опять пролил вот сюда кофе. Просто вам к примеру. Вот видите, пятно, это я салфетками влажными натер. Сейчас оно высохнет, ничего не останется. Вот тут тоже было пятно. И вот я протер, и ничего не осталось. Никаких пятен. Просто регулярно мне везет. Как я не возьму в этой машине этот кофе, так постоянно его проливаю. Я уже думал, какой-то обряд у меня появился. Так, друзья, а вот и Кострома. Значит, у нас тут висит знак с 7 утра до 10 утра. Движение у нас грузовому транспорту запрещено. А также с 4 вечера до 7 вечера тоже запрещено. Это вот так вот по знакам. Так что имейте в виду. Сейчас я еду, навстречу фура едет спокойно, да и я думаю, пройду спокойно. Вот сейчас по мосту прокатимся, посмотрим, как там успехи. А вот и мост. Сотрудников вообще не было. Тут ремонтных работ не наблюдается. Кострома, короче, на связи. Смотрите, спокойно едем. Волга, да, как широко расплывается здесь. Ну, на такой прекрасной, красивой ноте подводим к концу нашу с вами серию. Хочу вам пожелать прям просто от всей души удачи, благополучия. Спасибо вам за поддержку, за подписку на канал, лайки, комментарии, друзья. Всех читаю по поводу Лабрикена. Многие сейчас зададутся вопросом, где розыгрыш. Все ваши комментарии я вижу. Прям вообще приятно, душевно. В общем, по плану. Я как приезжаю в Санкт-Петербург, там ништяков кое-каких еще подготовлю, потому что с Питера буду отправлять эти посылки. Сразу проведу этот розыгрыш. Ну, этот, посмотрю, это все запишу, чтобы вам в какую-то серию это попадет. Прикреплю. Также там в группе, в этом, в Телеграме, опубликую. Поэтому на связи. Все будет пучком. Абориген со мной тут катается. Так что вот так вот. Ну, там какой-нибудь ништяк, наклеечку, пахучечку, чтобы еще там кружечку или что-то там в этом роде пихнуть, чтобы памятно было в посылочку. Чтобы по красоте отправить. Вот. Все. До новых встреч. Ждите продолжения кино с рейса на Омск. Посмотрим, что нас будет ждать. Какие приключения.